Добрый день, меня зовут Максим. На данный момент работаю в компании «Магнит», но в скором времени я сменю место работы. Это будет другая компания с переездом в другую страну. Обучался я на курсе SQL-разработчика. Курс мне понравился. Планирую заниматься SQL дальше. Также хочу к SQL добавить знания по C-Sharp, так как в дальнейшем планирую работать в IT-сфере на аутсорсинге с дома. По курсу обучения все достаточно хорошо было организовано. Не все уроки, конечно, мне понравились. Иногда мне что-то не нравилось, я оставил негативные отзывы, но в целом все очень последовательно. Хорошо, хочу отметить, что хорошо сделаны домашние задания, они не простые повторения того, что дано в уроке. Нужно подумать, нужно где-то что-то посмотреть, чтобы его сделать. Очень понравился диплом. Сначала казалось, что очень тяжело его будет сделать и нереально. Но потом начинал делать, разбирался в Apex, все получилось, хороший диплом, защита, тоже интересно было. Вот, дополнительные курсы предоставляет по Git, по как делать презентацию, это тоже было полезно. В целом, спасибо школе Skillbox. Всем рекомендую, желаю всем удачи в обучении и в поиске работы. Все, спасибо.